таке. Слава Богу своєму дня. Сидела, сидела. Так надо ж таке і висиділа. Образований, умний, душка чиста, огурчик. Ох, как я его обниму! Аж горит все в середке, в свадебном платье, да на них там фе-фе. На Хрещатике пара не заживу, все по-модному, да по-грантюсь кому. Не укрутил ли он мне шлейфа? Кибу укротил! Украл! Говорила я маме, а прийти на Крещатике. Так раз уж с этой простотой-то столкуешься. Ой, это ж все не по-модному, а. Вот кто ли высоко делает? Не плеч, не груди, а по моде должно быть все наружу. Ой, стыд-то. Фу. Фу, это что это? Олив от пола пахнет, а? Ой, Химка! Хим, вот сюда, а! Ой, фу. Слышу, не заложила. Вот что. Пол помыл, окна откроют, да ходил по воде. А я пойду по двору пройдусь. Чтобы люди смотрели, да губы кусали. Вот потащилась, дурында, хоть бы тебя этим куревом выкурить. Добрый день вам, с воскресеньцем будьте здоровы. А где этот старший Терпо? Да там, где шатается. У-у-у, шо же так? А броня где? Ай! Спрашивайте. А шо же это у вас, как-то на именинах у секрета не было? Там это вручение было, сосватали Галю Золохвостого. Тю на вас! Ты, девка, не тю послушай! Пропили мы Галю навеки! А Голохвостый под сюртук скинул, как отрезал припада! Брехня! Ты че меня брехнёй-то колешь? Уже вперед выскочила! Вот журавль долгоногий! А вы знаете, что Секрета Ламариха просфотала Галю за Голохвостого? Что они говорила? Брехня! Да что вы это пилите? Какого Голохвостого? Господи, за Голохвостого цирюльника, сына того, что за канав-то был. Так он ведь один на лишь подол, другого Голохвостого нет. Вот, вот, вот. Так этот самый Голохвостый сегодня венчается с Проней. Что же это? Неужто? Да разве не видите, какая тут приборка идет к свадьбе? Матенька моя, вот это что? Ну и срам. А ты, слушай, не дурачнее нас? Вон, гляньте, как наша баба по двору прохаживается. Пышется, что ли, гучка? В самом деле, в белом платье. О, она еще цветок! Правда, правда? И потом цепила. А пойдемте секрета поясним. Добрый день. А Броня уже оделась? Что цветы еще? А где же она? Да там, где-то потащилась. Подолом двор подлетать. Ой, знаешь, я и приходить не хотела к этой фуфыре. Да она просила, боже мой, как! Дай меня тоже! Даже старуха-серчиха приходила. Ну и я подумала, бог с ними. Ну, счастье этой Брони. И чем она взяла? Ой, кислым оком, да длинным носом. И правду, а где же его глаза-то были? Вот за деньги берет, конечно, что-то. Это она его своими нарядами, да бронзолетами приманила. Ой, брось сердце, разве шумит она только принарядится? Он надевает, что на кутере шерсть. Да и выступает, как индюк. И все это на ней, как на корове седло. Именно, как на корове седло. А из этих тряпок еще и рожа торчит. Ты такая, что за три дня не отполощена. Здравствуйте вам. Ой, Броня, какой на вас наряд. Ой, чудо-чудо, глаз не отвести. У вас таки вкусу шелудной край. Ой, да какое модное. Вы в вашем магазине на Крещатике купили. А крыльцо-то как? Хоть рисуй. Ой, но вы сегодня очень красивы. Ровно тот цветочек, что в веночке. Мерси за комплимент! И переложи в путь мёду. Да ну её к чёрту! Мама моя, какой на вас бронзолет! А серёжки как горят! Будто само солнце в дом заглянуло. Настоящий? Поёшь!
Еще бы не настоящие. Когда за ободок вот этот на руку отдала аж 22 рублика, а за сережки аж 75 своими руками отдала. 75? Да. Маменька, вот мы вытерпели, прибежали тут. Вы еще химку сюда приведите. И приведу, когда самая пора не похвалиться перед добрыми людьми. Нет уж, доченька, извините. Шо? Диво какое, шо? Золото, хамазы какие. Ёпта, не диво. Вон за ту материю, что на платье позапрошлый год платила аж по 3 рубля. Шо, позапрошлый? Ну, а я уже теперь за такую цену не купишь. Маменька, идите на кухню, не вещу тут плести, а? Маня, там уже все готово. А за другое платье шелковое я платила аж по 3,5 за акшен. Уж такое дорогое, шо, господи. Вот, я вынесу. Да, да, покажите, мы еще не видели. Ой, шо это вы так разобрали, что это срок шелковый? Виталий, а? Девчонки!